Этот узор вяжется довольно просто, но нам потребуется намного больше ниток, чем обычно. Провязываем 2 воздушные петли и, пропустив одну петлю, в следующую провязываем столбик без накида и еще 2 столбика без накида по одному столбику в каждую петлю воздушной цепочки. Затем провязываем 2 воздушные петли и, пропустив 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ю петлю провязываем столбик с одним накидом. Затем 1 воздушная петля и в ту же самую петлю провязываем столбик с одним накидом и повторяем так еще 5 раз. Вот таким образом всего 7 столбиков с одним накидом. И затем провязываем 2 воздушные петли, пропускаем 6 петель воздушной цепочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в 7-ю петлю провязываем столбик без накида. И далее вяжем еще 4 столбика без накида. Таким образом у нас получится 5 столбиков без накида. Далее узор будет повторяться. Провязываем 2 воздушные петли, пропускаем 6 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и в 7-ю провязываем столбик с одним накидом. И далее узор будет повторяться до конца ряда. Ряд провязан. Обратите внимание, что в конце ряда находится 3 столбика без накида. Второй ряд. Провязываем воздушную петлю для подъема и затем 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь будем вязать попкорн из столбиков с одним накидом. Для этого делаем накид на крючок, вводим его под воздушную петлю и провязываем 5 столбиков с одним накидом в одну и ту же точку. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь крючок вытаскиваем из петли и вводим его в самую первую петлю, вот сюда. Подхватываем спущенную петлю и протаскиваем ее через первую, и получился попкорн. Далее 2 воздушные петли и повторяем еще один попкорн под следующую воздушную петлю. Я покажу еще раз. Провязываем 5 столбиков с одним накидом. Вытаскиваем крючок, вдеваем самую вершину первого столбика и протаскиваем спущенную петлю. И таким образом вяжем еще 4 попкорна. И вот я провязала. Теперь вяжем 2 воздушные петли, пропускаем 1 столбик без накида и в следующий вдеваем крючок и провязываем столбик без накида. И еще 2 таких же столбика без накида. Далее вязание будет повторяться. Провязываем 2 воздушные петли и под воздушную петлю вот сюда вяжем следующий попкорн. И таким образом будем вязать узор
до конца ряда. Ряд провязан. Обратите внимание, что в конце ряда находятся два столбика без накида. Третий ряд. Провязываем 4 воздушные петли и затем столбик с одним накидом в первую петлю предыдущего ряда. Затем одна воздушная петля и опять столбик с накидом в ту же самую точку. И повторяем еще раз. Воздушная петля и столбик с накидом в ту же самую точку. Далее провязываем 2 воздушные петли и столбик без накида вот под эту цепочку. Она находится с правой стороны от центра. Далее по центру, вершину, провязываем 3 столбика без накида. И затем под следующую цепочку 1 столбик без накида. Затем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом вот сюда, под вторую петлю. Далее в эту точку провязываем воздушную петлю и столбик с одним накидом, повторяя таким образом, чтобы у нас было 7 столбиков с одним накидом, провязанных в эту точку. Вот так это будет выглядеть. И далее у нас узор повторяется. Провязываем 2 воздушные петли. После этого под воздушную цепочку справа от центра провязываем столбик без накида. Затем в вершину 3 столбика без накида. И так будем вязать до конца ряда, повторяя то, что я показала. Ряд провязан до конца. Он стал уже рельефным. И обратите внимание, что в последнюю точку у меня провязаны 4 столбика с одним накидом, разделенные воздушными петлями. Четвертый ряд вяжется аналогично тому, как мы вязали второй, только в шахматном порядке. В начале ряда провязываем 4 воздушные петли. И затем под воздушную петлю вот сюда провязываем попкорн из 5 столбиков с одним накидом. Я буду вязать быстрее, потому что я уже показывала, как он вяжется. И вдеваем крючок в первую петлю и протаскиваем через него последнюю. Далее 2 воздушные петли и под следующую воздушную петлю провязываем такой же самый попкорн. Вот провязаны уже 3 попкорна, затем 2 воздушные петли и 3 столбика без накида вот сюда, вот в эти точки, там, где находится вершина предыдущего элемента с попкорнами. Вот сюда провязываем 3 столбика без накида. И далее повторяется то же самое. Провязываем 2 воздушные петли. И далее веер из попкорнов. Таким образом они будут находиться в шахматном порядке. Ряд довязан, и в конце ряда провязаны 3 элемента попкорна. В дальнейшем повторяется вязание 1, 2, 3 и 4 рядов. Тем не менее, я покажу еще раз, как начать 5 ряд. Для этого провязываем 1 воздушную петлю. После этого под следующую воздушную цепочку провязываем 2 столбика
без накида. И далее под следующую воздушную цепочку один столбик без накида. Далее вяжем 2 воздушные петли и столбик сюда по центру. И далее вяжем воздушную петлю и столбик ту же самую точку, провязывая 7 таких столбиков по одну точку. И вот такой замечательный объемный узор получится. Люди добрые, ставьте лайки, а то как мы узнаем, что работали не напрасно? И на новые уроки подписывайтесь, а то пропустите самое интересное.